Привет, с вами Никита Путюхендзев и видеоблог «Таинственная мужская логика на ладошке». И тема сегодняшнего выпуска – как отпроситься с мужиками на рыбалку. Утром приготовьте ей завтрак, чтобы поднять настроение. Любимая, это для тебя. Спасибо, так приятно. Далее делайте вид, что вам нравится ее болтовня. Никит, ты согласен со мной? Да, согласен. Я так давно мечтала все твои деньги потратить на себя. А что? Прочитав книгу по массажу, расслабьте свою даму. Ой, как приятно. Никит, мне кажется, куда-то не туда нажал. А потом ненавязчиво спросите. Дорогая, слушай, меня мужики на рыбалку позвали завтра. Как думаешь, развеется, а ты пока на ногти сходишь? Да, конечно, сходи. Классно. Алло, Никитос, я шлюк заказал, завтра так половим. На сегодня все. Отправьте это видео своим друзьям, чтобы знать, как действовать в экстренных случаях. Ну и чтобы мужчинам стало легче. Меня зовут Никита, и сегодня я вам покажу магический трюк с исчезновением человека. В данном случае с моей девушкой, Наташей. Присаживайся. Итак, Наташа пока тут. И вуаля, уже ее тут нет. Посмотрите. Алло? Какая нахер магия? Я думала, это шутка. Фокус удался. Ну а пока моя девушка ищет дорогу домой, я со своими ассистентками отправляюсь к съемкам нового видео. Алло? Алло? Русалка! Мне нужна твоя помощь! Надо прошло, Боня! Фотки. Смотри, вот это хорошее. У меня морщины. А ничего, что тебе еще и усы? Усы? Ну, я знаю, как тебе помочь. Ну, вот так ты лучше. А так вправду не видно морщин? Ну, прекрасно же. Правда, здорово. Алло, привет. Нам надо расстаться. Что? Наконец-то! Это не ты меня бросаешь, это я тебя бросаю. Понял, мудила? Сердце закричит. Лариска, да ладно тебе, да ты не переживай. Да я вообще не парюсь, у меня таких тысячи. Я останусь одна. Анжел, ты что делаешь? Как что? Я праздную. Наконец-таки мой бывший от меня отстал. Что я теперь буду без него делать? Соберись ты! Нет, у меня все отлично. Ты такой смешной. А приезжай в гости. Алло, алло, скорая? Извините ее, пожалуйста. Приезжайте поскорее. С вами Никита Путюхендзев и видеоблог «Мужская логика на ладошках». И тема сегодняшнего выпуска – как обмануть девушку. Если вам написала… Ангелина, работа? Какая еще работа? У тебя нет работы. Уверенно посмотрите и скажите. Вообще-то, я хотел тебя удивить. Я устроился на новую работу, а ты все испортил. Отлично. Если девушка по 10 раз спрашивает… Милый.
Ты же меня сильно любишь? Заранее запишите ответ на диктофон, и когда придет время, просто открывайте рот, чтобы не чувствовать себя милым. Если вы издали привычный вам звук... Никита! Просто притворитесь, что это... Мышка, да это пол скрипит. Прости, я тут постучу. На сегодня все. Отправьте это видео своим друзьям, чтобы знать, как действовать в экстренных случаях, и чтобы у меня было много... Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее, всех румяней, голубее? Тварь, ты че зеркальце взял? А ну положи меня обратно, пидор... Эй, алло, зеркальце! А ну скажи, кто тут самый четкий, а? Ашот из 4-го подъезда. Кто он? Да он чебушина, ты чё за него мазу кидаешь, а? Я тебе сейчас зеркальные ноутки как пропишу, а? Зеркалушка? А ну скажи, кто тут самая крутая самка? Дура, ты себя в зеркале видела? У тебя двое детей, а ты по мужикам шарахаешься. У тебя уже морщины появились. Где? Где, где? В пизде. Свет мой зеркальце, скажи! Так, дрыща, свалила отсюда. Я ли на свете всех милее, всех румяней и белее? Ты прекрасна, спору нет. Но румяне и белее одновременно не бывает. Дура ты последняя. Да ёб ты ж твою мать, блядь, руки! Всем привет, с вами Никита Пучу Хэндзап, и сегодня я решил разыграть свою девушку. Итак, поехали, только тихо. Фотографировал ее, пока она спит. Сейчас выложу в ее инстаграм, и когда она проснется и увидит свою фотку без макияжа... Быстро удалил фотографию. Зай. Быстро! Все, все, все удалил. Доброе утро, любимый. Скажи, а ты яйца будешь в смятку или вкрутую? В смятку. Наконец-таки я нашел последнюю деталь для своей машины времени. Мам, я занят. Да, я покушал. Все, давай. Со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. 681 ужасом. Моя машина готова. Осталось только нажать на... Голубчик! Откуда взялся? Да еще и сестра. У меня как раз есть бочки, которые нужно поджарить. Скинь, нечистая сила. Господи Иисусе, это что за херня? Я что, в аду? Нужно сваливать отсюда. Фух, наконец-таки я дома. Слушай, Саня, а ты Телеграмом пользуешься? Да, очень удобное приложение. Вот моя жена тоже скачала, целыми днями там сидит. Давай глянем, с кем она там переписывается. Так, у нас нет доступа. Как нет? Павел Валерьевич сказал, сосите. Да он нахуел? А ну пойдем разберемся. Дуров! Ключи давай. Ну смотри сам. Куда пошел? А ну стоять! Фу ты, блин! Пойдем лучше Амазон заблокируешь.